Ну что? Вчера Вова Шнайдера был, я сказал, Галина Николаевна, конечно, как всегда, не ждет. И сразу же в бой. Я думаю, что Савелью сейчас придется туго. Ну, давайте понаблюдаем. Саша Мальцевская подошла. Это еще одно мое очко. Итого у меня уже 5 очков в турнире. Я больше всего ее ждал. Это самое мое надежное очко. Вы себя недооцениваете. Я. Ведь вы столько мало наберете. Что с ним будете делать? Если я наберу что-нибудь. Только это не знаю. То есть как хотите сказать? Нет. Нет, еще смешно.